С 1 апреля на 3,3% проиндексируют социальные пенсии по инвалидности. Ранее их увеличивали ежегодно на размер инфляции. Однако в прошлом году их повысили на 10% уже с 1 июня. Так, за год с 1 апреля прошлого года по 1 апреля текущего выплаты увеличатся на 13,3%. Это выше уровня инфляции, который составил порядка 12%. В ведомстве отмечают, что индексация произойдет автоматически, не изменятся сроки и варианты получения денег. Помимо пенсии по инвалидности, повысится также пенсия по старости, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории страны, пенсии гражданам Севера и по потере кормильца. В Пермском крае появился союз IT-сообщества. Об этом на встрече представителей IT-отрасли региона с членом Комитета Госдумы по информационной политике рассказал генеральный директор фонда «Цифровая долина Прикамья». Союз начнет работу уже весной. В него войдут руководители и ведущие специалисты всех IT-направлений. Цель проекта – ускорить и оптимизировать цифровое импортозамещение в стране, повысить доверие заказчиков к российским IT-продуктам и оказать содействие российским компаниям при переходе на отечественные разработки. На днях администрация города Березники заключила контракты по проектам инициативного бюджетирования. Этой новостью поделился глава города Алексей Казаченко на своей странице ВКонтакте. В этом году планируют сделать новые детские площадки в Усолье, Суханово и Белой Пашне. Жители и гости Пыскара могут порадоваться памятнику Анике Строганову. Приведут в порядок и благоустроят прилегающую к нему территорию. А во дворах домов по улице Мира и Потемина появится универсальная спортивная площадка. Общая стоимость проектов более 9 миллионов рублей. В финансирование и работу включились жители еще этим летом. Горожане вышли с инициативой и участвовали во всех этапах обсуждений и согласований. Новости коротко подготовила Ксения Калугина.